Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Так, расстрайк орёт. Это хорошо. Не похоже на трейка было. Не, трейк был похож на него. Арумбахара Мамбору. Дальше по реке просто? Не да, правее? По реке выше. Выше? Ну-ка, в смысле? Не, ну в смысле к нам поднимайся наверх, туда вдох, вот, кумар, пошел его. А, я вот просто лапу умудрил. Я понял, окей. Интересно. Ну ладно, валю. Погнали туда. Просто я, у меня предположение было, что травы туда пошли, типа на этот. Ну. На то озеро, которое здесь за холмом. Да, за холмом он здесь загорает это. Окей, чё? Вот туда. Наверное, они передумали. Ну, после того, как мы их напиздячили, блядь, пару часов назад. А, вот, у меня трайк. Все, иду. Так, видел мага у меня. Один? Да. Фуловый, да. Красивый? Очень красивый. Губы накрашены черный. У него? Падай за мной. Я бегу. А он куда-то собирается. Он Лайк возле воды, блядь, ищет. Ходит. Это вот он возле воды, да? Бля, как его к нему переплыть? Мы же переплыть можем, мы же еще не деремся. Да, он может. Бля, ну от воды играть будет, сука, 100%. Меня, наверное, сразу ваншотник, потому что у меня еще только 7% роста. Погнали. Я иду. Плыву. Кустик я жрет. Здесь переплыву, по той стороне сразу пойду. Если вдруг его будет вступить уже. Да, походу он здесь будет принимать бой. Че он тут один делает, не пойму. Ну, файты ищет. Че, надоел трайк. Специальная оралка. Ну да. Одно точно поплыл. А ему в воду нельзя будет заходить, да, после того, как мы сейчас забыли? Угу. Вообще. Да он специально стамину тратит. Да он, походу, нормальный игрок, да? Или... Хуй его знает. Зато я херовый игрок, сейчас я... Просто место Ставить говно, там. Типа, возле от воды, ну, типа, как, я не знаю, как с ним драться, типа, от воды. От скалы еще можно, просто видишь, в чем прикол, блядь, нам вообще наступать на воду нельзя, ну, типа, вот это вот не круто. Я так понимаю, что вам плыть нельзя? Нет, отступать, там, че, этот, вчера, или позавчера мы играли, короче, я вот, ну, зашел просто, мне гровнуть надо было, и Денчик обсуждал, ну, на этот вопрос. Если... Если, короче, типа, ты тут плаваешь в этой реке, то вообще в воду касаться воды нельзя. Заходить вообще в воду нельзя, слушай, то есть, блядь, касаться. Если ты топаешь не, по воде, все. Да-да-да, есть, мы попали. Сейчас. Силовуху бил. Причем он это, силовуху бьет после, то есть он как бы не сильно опытный, я так понимаю.
А у него рога не сильно прямые, смотрите. Слушай, смотри, давай я сейчас это пробегу, он силовуху сыграет, а ты вы заходите на него. Давай. Вообще есть что-то на левую реакцию, смотри. Я лучше, мало. Погодите, давайте я лучше его отвлекать буду, потому что я не фуловый. А вы это на вкус эти. Да не попади так. И беги. Дай бежит. Сейчас я я пробегусь, если он силовуху даст, то кто-нибудь бьет жителей из вас. Ну ты только не подставляйся. Ну да, он где-то метр бьет. Перед этим. Ну да, вообще. Это че, ты че? Как больно, блядь. Так ты прям в него пробежал. Ты че? Что это было? Ты прям в него забежал. Просто насквозь. Да, я понял. Слушай, если честно, я думал, что он поэта отвернется на вас. Ты просто в лицо такой, добрый вечер. Но он же не ожидал этого, правильно? Ладно, но если будет пытаться дойти до тебя, мы хотя бы просто будем его... Он хоть выйдет, блядь, от воды отойдет. Ну да, хоть бы кусать, но он не идет. Да, он стоит дальше. Блядь, сука, что-то разбежа. Попал? Да, я по ним попал, по мне нет. Но он в воду заходит, это уже бан. Типа нам никак. Ну, он не, нет, он не... Просто радиус разворота у меня какой-то. Мало укусов пока, мало. Ну сколько, 4 штука, а тут уже нормально. Но 4 укуса, очень большой интервал между ними. 4 укуса подряд, вот это норм. А так, ну типа... Ну долго регенит, конечно. Ой, дал мне. Сука, попал. Уходи, уходи. Что, погоди, сумрак, пока нас двое. Сходим. А, ну да. Будем. Я ушел, регенится. Смотрим, чтоб он не лег. Он все равно никуда не убежит. Ну, драки же не стоят, регенится уже неплохо, да? Сколько, блядь, да? 16. Экран, экран. Четвертый экран. Ну, я нормально отбежал. У тебя силовуха дал? Нет, третий. Нет, силовухи-то мы ложимся вроде, да? Нет. Силовухи, да. Но ты ляжешь быстро. Но ты не сдохнешь сразу. Нет, без разницы. Силовухи, по-моему, сразу четвертый. И также две капли. У меня 5 блюда осталось, сейчас я скоро выйду. Пожеванный, покоцанный, но без крови. Алики, вы сможете. Такую уверенность. Кто че пишет? Это как коник? Мелкий кто-то. Веном. Не, тут кто-то мелкий есть. Вон он пишет. Который там воду пил. Маленький же был. Ой. Раз, ох, прямо в лоб ногу ломаешь и все. Выбирай, у тебя какой экран? У меня третий.
Я, если честно, так не хотел. Но у меня это, я же недалеко убегал, я сразу лег. Я, получается, за кустиком лежу от вас. Мне еще 2 минуты лежать. У меня 0,5 блюда осталось. Бегай, бегай, красавчик, обновляй, обновляй бит. Чёрт. Так, ну у меня вылез спал. Вообще красава, прям от блит обновил. Тихо, не на, не лезь, смог. Просто вот надо. А, мне ровно минуту лежать еще. Потом пойду похушаю, попью. Сложно. Так, там, да. Не плывет. И... Давай, Сумрак, я тоже мимо пробегу, постараюсь не попасться. А, подожди. Ой, сейчас я пробегу. Давай, давай. Блин, у меня слишком много бегает. Да, ты регень, регень. Делись пока. А это что за живик тут лежит? Рексик? А это тот, который пишет. Да. Я пойду ботов пощелкаю, поем. Что-то про лаги такие, блин. У нас не гости. Ну он в воде стоит. Нехороший человек. Блять, пока не лезь. Ой, ребят. Ребята? Я не попал там. А куда это он поплыл-то? Ну вы можете кинуть репорт на это. Сдохни да сначала. А? А вот кто? Пусть сдохнет сначала, потом ваши репорты. Ребят, а сколько у вас четверок? Есть у кого-то третий экран, какие-то экраны? Есть у кого-то из аликов? Да есть, конечно. Есть, да. А что? Да я вот сижу с отрезобоем, тут Рексик. А, да, с экранами вдвоем. Я вот лежу, а его налик еще бегает. Тоже с экраном. Что-то он забегался. Это близко, только не подходи, а там... Потяпан. Но... Мы воздух усаем. Два 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 дистанции с хищником будет. Ну это не про меня. Понятно. Да, я видел этого, он на меня что-то бычил, потом не догнал, короче. И вот он пошел. Знаешь что? Вы его нашли тут. А вроде уже не пищет. О, посветлел. Не, не течет.
чё ты даёшь? Ай, короче, похрен. Похрен. Что ты не спешите? Попал? Попал? Да, да, сумрак попал по нему. Да, да, попал, попал. Закапал. Беги, беги. Попал я по нему. Угу, красавчик. Не спеши, не спеши. Не-не, пускай, пускай, я это. Я нападать не буду, он меня с удара убьет. Я просто уже спрятал. Если честно, он меня тоже сейчас удар убьет. Просто такая задница у меня аппетитная. Блин, аж такое появилось желание играть за Алика сейчас. Кошмали тройка. С той стороны нападите эту. Батите, что Вова в обе стороны смотрел. Не, красавцы, конечно. Беги чуть-чуть, раз. Да, сейчас я пойду. Все. Мы так стоим, а он нас вдвоем не видит. Прям втроем зажимаете. Попал, нет? Да-да-да, попал. Ты попал. Опасно сейчас было. А сколько он с одного удара вам дает экрана? Третий. Две капли. Ну, бледа нормально, кстати, 18 я бы отбежал. 18 бледа это из 25, сколько процентов? Ну, Райк это третий тир, можно сказать. Что значит можно сказать? Он и есть третий тир. Да, Райк нормально пиздюли дает. Хорош. Попал? Да. Да. Он какой-то примороженный немного стоит. Да, что-то вначале он как-то так бегал, знаешь, так как будто... О, агрессивно. А серьезный такой настроенный чувак, а сейчас как-то понятно, что какой-то дурачок. Ну ладно, пожрем хоть жрать куда. О, добрый вечер. Но он на меня загрелся. О, смотри, смотри, забегал, забегал. Хвост, хвост ему кусать, и он когда хвост не попадает. Да, я заметил. Прям в задние ноги. О, экран-то уже интересно. Второй, наверное. Старлакс, слышишь? Ты еще тут? Сумрак, осторожно, если хвост. Хвост кусай. Ну вот получается, хищник, если ты пойдешь, он тебе под левый хитбокс попадаешь. О, блин. Надо быстро убивать, короче, его. Это? Ах, да у меня забагалась гамма. Не могу ее переключить. Вон блик, хорошо. Ну все, вроде светло. Все светло. Очень светло. Ну, не все очень, но так. А, у тебя на подсветке забагалось. Да-да-да, не могу переключать ее. Но оно же пиздец калёное. Плохо, пацану. Блик есть. Да, вот играли бы все без гаммы, было бы намного интереснее. Блин, сумрак. Чё? Посередине не надо, не бегаем по тем... Он в жопе у него пробежал. Да, я в жопе. Он нормально сделал. Это кажется со стороны, типа, когда ты смотришь на лицо, да, кажется, будто он уже этот... Я прям задние ноги бежал. И подбежали. Так, подожди, подожди. Пускай он сань. Рубирать, не лезь, не лезь. Сильнее зашел в воду.
Он, да, ногами уже там стоит один. Там он уже и попал. Давай сейчас заору на счет три. Раз, два, три. Хорош. Ну ему пиздец хуёво уже там все было. Можешь встать, просто догрызть его. Я не слышу. Время сейчас. Еще несколько пробежек сделай. Но, это, подмога идет. А, живый трек? С той стороны зайдите. А, это живый дьяволик. Где? Он с другой стороны. Он живет там дьяволика, но он уже не. Он, наверное, посмотреть идет. Ему тоже интересно. Да, он тут и едал. Пойдет, нет? Нет, попал. Попал. Не, я имею в виду, он попадет, по мне нет. Просто влево крутился. Ладно, слушай, сколько так. Сколько у него экранов? Четвертый, по-моему. Или нет, третий. Ой, блядь, поплыл. Беги. Ну хорошо. Нормально, как раз сейчас альтер 4. Еще раз крутнул. Хорош. Он вообще там прям в воде стоит. Мне кажется, уже вообще. Это же не будет считаться баталок, я же просто выйду на альтер 4 и зайду сразу же. Мгновенно. Нет, он баталок. Ну, пускай он, если он тебя не увидит, воды, выходи. О, вышел. Спасибо. Да вы так не пишите, он сейчас из игры выйдет. Я ему выйду, я кушать хочу. Попробую кусать его. Чуть-чуть. Да, у него кости третьего тира остаются. Я кусил. Не спеши, не спеши, пускай выйдет. Что он делает? Ну сучка. Выходи из воды, ёлки. Ты еще додумаешь умереть в воде, блядь, сука. Я уже кушать хочу. То же самое. Ой, сейчас стриги не блит. Ням-ми... О, у него четвертый экран, по-моему. Напишите ему, что вышло из воды. То там, блин, мы не поедим. Да. Рекс, напишешь ему? Да, напишу. Каландер. Чё ты? Салам алейкум. Жизнь ворам. Здорово. Кого, блядь, чего? Никого, ничего. Салам алейкум, жизнь алазавром. Жизнь алазавром, ауф. Ауф. А что делаете? Бегаете? Трайка мучаем. Трайка, блядь, жрём. Собаку. Не хочет умирать. Серега и так и т.д. Не подходите к бою. Чё за Серега, блядь? Серега, который бумер поет. Черный бумер, черный бумер. Вы на горе трайка бегаете? О, не, нихуя, хищник, ты че такой каленый? Че, у меня еще повод, блять, 18 бригады, я сейчас отписну. Че, по тебе попали? А сколько у тебя, а сколько у тебя еды? Ноль, вроде. Ноль? 13. 13, да должен успеть. Все, да. Откис. Все, откис, сейчас будем жрать его. Ты регень, блин, регень.
На 18 блюда нормально, да, да, без потерь. Да. Он пиздюлей 3 раза или 4 получили. Я 2, сумрак. Ой, я 2, рубероид 1, и получается хищник 1 раз. Леща получил. Чё, какой там онлайн? Это что-то 90 там чем-то было. 79 вообще ни о чем. Хрен кого найдешь. Надо сходить в озеро проверить, есть там кто, нет там. Вот как раз подъемчик у тебя там. Если через найти, ты упадет. Блин, нет. С блюдом не работает. К сожалению. Бля, может, пойдем? Бухой тут может поесть? Да, 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 должен. Он сумрак же ест. Не, я попробую зайти, но... Да-да, ставим. Может, не откинуть? Можно идти, отойти, пожалуйста, похаваю немного. Давай, с приятного аппетита. Я типа незаметный сама. Командер. Мы тебя типа не видим, ебать незаметный такой. Ползет, смотри. Погнали в сторону великого, там пизделого. Кому там, какой ник? Командер. Я сейчас, смотри, я сейчас это похаваю. Каван. По-русски, что ли? По-английски. К. Пишу К. Дальше В. К большая первая. Ну, а дальше да, что? Каван. Представляешь? А, W, блядь, а не В, ебать. Алло, блядь. Наебал. Ну, у меня читается Кавандер. Читается, блядь, Кашандер. Да мне похуй, я называю, я его всеми Кавандером называю. Я буду Кавандером. А я тебя буду Каша называть. Давай Каша, похуй. Буду Кашей поебать. Будешь Кашей. Какой Каша будешь? Гречневый или рисовый? Или манной? Манной. Манной? Хорошо, манная каша. Все. Смотри, все, у тебя ник, у тебя кликуха манный будет, короче. Видал, как мы пришли к этому? Нашел поиграть. Манным стал, да? Да. А манный это что, туманный? Значит, ты будешь туманный. Да нет, туманный как-то звучит кончено. Лучше манный. Кончено. А то туманка где? Где туман чаще всего? Где-то в Петербурге, скорее всего. Питерский будешь. Алик питерский. Я краснодарский. Алик питерский. А в Питере что? Драки питерские.